Во Владивостоке отметили День народного единства. Основные мероприятия прошли на центральной площади города. На торжественной части под гимн России подняли государственный флаг страны. Глава региона поздравил жителей края с праздником, который символизирует сплоченность российского многонационального народа. Этот государственный праздник символизирует патриотизм и сплоченность нашего многонационального народа. Во все времена единение народов России помогало ей одерживать победы, стать решающей силой. Праздник продолжила культурная программа. На сцене выступили творческие коллективы края, на площади работала этноярмарка и различные тематические площадки, а также павильон «Россия. Моя история». На празднике царила дружеская атмосфера между разными народами Приморского края. Приморский край является ярким представителем добрососедства. В мире и согласии здесь живут представители более 140 национальностей. В этом наша сила, в этом суть праздника, история которого уходит вглубь веков. Напомним, 4 ноября 1612 года бойцы народного ополчения, которое возглавляли земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, выдворили польских захватчиков из Москвы. Это событие ознаменовало окончание смутного времени. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.